Всем привет, с вами Штейн, а в этом выпуске мы поговорим о большом обновлении под номером 40, выходящем сегодня на лайв-сервера The Elder Scrolls Online. А это новый бесконечный данж на двоих, с интересными наградами и рейтингами, составные ремесленные станции для гильдхоллов, переработанное ювелирное дело, новая система поиска группы для любого контента, включая ветеранские триалы, и, конечно же, ряд балансировок и правок во всех частях игры. Поехали разбираться по порядку. А начать хочу с информации для игроков, вернувшихся после большой паузы. Все изменения игры, приходящие в таких патчах, теперь собраны в отдельном плейлисте, ссылку на который я оставлю в описании. Там можно выбрать примерный момент начала вашей паузы и планомерно узнать обо всем, что поменялось в игре за ее время. Удобно и без лишних поисков и мороки. Ну да, погнали к 40-му обновлению. Оно несет целую прорву изменений безо всяких DLC. Как и обещали разработчики, улучшение этого квартала для всех игроков. Ничего покупать не надо. Первое и, пожалуй, самое большое нововведение – это новое подземелье «Бесконечный архив». Расположено оно в Некроме, но доступно абсолютно всем игрокам через меню группы или телепорт на карте. Внутри архива нас ждет большой хаб с торговцами и возможность убить просто неприличное количество времени, ибо представляет он из себя случайную последовательность арен с разнообразными врагами и постоянно нарастающей сложностью. Сложность, кстати, тут одна, и зависит она только от того, насколько далеко получилось пройти. Ни нормалов, ни ветов, ни хардмодов. Пробовать же можно одному, со спутником или вдвоем с другим игроком, на все той же одной сложности. Отличаться будет лишь таблица лидеров, на место в которое можно претендовать. Тут отдельная табличка для соло игроков и отдельная для пар, вне зависимости от того, пара со спутником или со вторым игроком. Сам архив состоит из этажей и этапов со случайными противниками и боссами. Игроки проходят два этапа обычных и элитных мобов, после чего сражаются с боссом. Боссы тут, кстати, уже знакомы игрокам и собраны со всего Тамриэля, из различных триалов, данжей, пабликов и даже сюжетов, от самых мелких и простых до огромных, скидывающих с арены драконов. Сейчас боссов около 60, и с обновлениями количество явно будет расти. Убиваем босса, а дальше по кругу, два этапа мелочи, босс. После четвертого босса и мелочь попадаем на арену к главному местному злодею, зеркальному Даэдра Тоат, с кучей разных воплощений. Убиваем его и попадаем на следующий этаж архива, где и мобы, и боссы станут ощутимо жирнее, а сами сражения логично сложнее. Финальный бой с воплощениями Тоат тоже каждый этаж будет обрастать новыми механиками и усложнениями, делая прохождение вообще не сахарным. Дополнительной проблемой для игроков станут бродячие мини-боссы, приходящие в случайный и самый неподходящий момент, а помогать игрокам будут бафы. Одноразовый баф «Страфа» после каждого этапа и постоянный баф «Видение» на все прохождение с каждого босса. Бафы многоуровневые и составные могут открывать дополнительные механики и в целом сильно упрощают прохождение. Ну и кстати о конце. У игроков в архиве есть всего две жизни, то есть два полноценных вайпа или смерти отряда. После третьей смерти вытнется начало и нужно будет начинать все с первого этажа. По этажам же тут можно зависнуть очень-очень основательно. Из таблицы лидеров теста видно, что в соло у ребят получалось забираться на пятый этаж, группы же аж на 11-й. И это явно не предел, думаю, на лайве мы увидим цифры и ощутимо повыше. Теперь немного о том, зачем этот данж вообще нужен. Фармится тут специальная местная валюта ценностей, которую можно тратить у торговца в хабе архива. За ценности можно купить кучу предметов обстановки, дополнительные бафы, апгрейды, упрощающие прохождение архива, мешки и ящики с редкими и не очень ресурсами, а также коробки с уникальными классовыми сетами, добавляемые этими же патчем. На старте архива есть по одному сету на каждый класс, однако также, полагаю, с патчами ассортимент будет расширяться. Сами сеты вы видите на своем экране, можно поразгадывать на паузе. Некоторые интересные, некоторые странные. Цифры и перевод с последней итерации теста на основе могут немного отличаться. Лучше смотреть уже в самой игре. Ну и конечно же, кроме валюты, есть пачка достижений и даже свой сборный из фрагментов Маунт Конь. В общем, походить в архив однозначно стоит.
Я же чуть позже сделаю отдельный полноценный ролик-гайд по этому месту. Там и механики подробно обсудим, и о сетах поговорим, и все апгрейды, конечно же, глянем. Не пропустите. Ну а мы топаем к следующему нововведению 40-го обновления – сборным ремесленным станциям Великого Мастера. Продаются они у ремесленной посредницы за достижения по 1500 расписок. Не передаются, зато позволяют засунуть в себя все крафтовые станции мировых сетов одного типа. Да, прощайте поля из станков, теперь станцию достаточно настроить и одной кнопкой впихнуть в большой станок, занимающий один слот вместо 77. Из приятных бонусов, кроме объединения сразу всех станций, станки Великого Мастера имеют визуальные эффекты и становятся красивее и детализированнее по мере заполнения их комплектами. В общем, изумительное и долгожданное нововведение. Наконец-то гильдхоллы будут похожи на дома, а не на подпольные цеха по пошиву кроссовок. Следующее нововведение касается ювелирного дела. Как, думаю, знает любой игрок, система заточки бижифты реализована по меньшей мере странно. Она очень дорогая и отличается от других ремесел. Ибо если там для получения заточек достаточно просто разбирать ресурсы и надеяться на шанс, то в случае с ювелиркой мы вместо готовых покрытий получаем их гранулы, которые нужно объединять по 10 штук, чтобы получилась готовая к использованию заточка. И даже то, что самих покрытий для улучшения бижу надо меньше, никак не спасает ситуацию, и в среднем позолотить бижу стоит в 10 раз дороже, чем остальные шмоты. Теперь же эта дичь исправлена, ювелирка стала ровно таким же крафтом, как и остальные. Гранулы убраны из игры, а при разборе ювелирных ресурсов будут выпадать сразу целые покрытия. Цена заточки по количеству покрытий при этом также сравнялась с другими ремеслами и равна 8 при полной прокачке крафта. Гранулы же будут выведены из игры путем автоматического обмена. У всех игроков прямо в инвентарях гранулы преобразуются в покрытие один к одному. 10 гранул станут 10 покрытиями. Актуальные же покрытия трансформируются в новые по курсу 10 к 1, 10 новых покрытий вместо одного старого. Да, обмен выгодный и призван уравнить цену на заточки бижифти самые 5-10 раз, сделав ее логичной и доступной для новичков. В общем, еще одно отличное изменение. Следующий пункт 40-го патча – это адекватная полноценная система подбора группы, как во многих других ММО-проектах. Теперь вместо того, чтобы орать в чат Краглорна, вы можете зайти в меню группы, выбрать нужный данж, арену или триал, выставить необходимые роли, сложности и требования, и просто создать группу или рейд, которая отобразится у всех игроков в этом же меню, и в которой любой подходящий под параметры сможет вступить, с вашим подтверждением или без, в зависимости от настроек. Да, опоздавшая лет на 9, но тем не менее… сладкое и удобное для всех любителей группового контента новшество. Это действительно хорошо. Кроме таких больших нововведений, патч добавляет еще прорву мелких, вроде новой мебели, достижений, питомцев и зацепок. Всего много, и далеко не все в бесконечном архиве. Не забыли даже новую карточную колоду легенд о наградах, посвященную Хермеусу Мори. Разнообразия в картишках все больше. Кроме того, разработчики серьезно перераспределили квестодателей прологов разнообразных DLC, сделав их более логичными и менее навязчивыми. Улучшили награды ежедневных квестов гильдий, а также скорректировали количество золота и в целом награды квестов сюжетных, сделав их более ценными и сопоставимыми с происходящим. Все же получать за напинывание дейдрических лордов столько же, сколько за спасение пьяного Каджита из лужи, было малость странно. Бонусом в игре появилось два новых примечательных дома – многоэтажная башня невыразимых истин в стиле Хермеуса Моры и уютный друидский дендрарий солнечной песни. Сроков и цен, конечно же, пока нет. Теперь же перейдем ко всеми любимым ребалансам и правкам боевой системы. Их не очень много, в основном разработчики исправляли старые ошибки, но все же заметные изменения есть. Так, наконец-то обещают починить питомцев, ворующих бафы игроков в рейдах. Теперь сеты и навыки не будут считать их целями. Ну, по крайней мере, не должны. Также еще большему количеству ультимейтов увеличили охват игроков с 6 до 12, сделав их актуальнее в триалах. Но и немного о классах и шмотках. Арканисту, которому уже несколько патчей пытаются наванговать нерв, наконец-то досталось. Однако совсем не с той стороны, откуда ждали. И луч, и щиты луча на месте. А вот танка ульта бормочущий щит теперь имеет откат срабатывания на цели, что сделает его не таким имбовым. Также защитной ультой досталось и рыцарю-дракону. Магмовая броня больше не копит очки ультимейта, пока работает, а значит ее не получится спамить так часто, как раньше. Паузы между применениями станут явно побольше. Зато бафнули лавовый кнут, позволив ему копить стаки с обоих панелей, а не только с активной. Варден также получил нерф одной ульты, его морозной бури, пермафросту этот самый урон снизили аж на 60%. В PvP атаку уже не позажигать.
Ну а из сетов самый заметный пинок достался столпу Нирна. Уж очень повально он стал использоваться во всех сборках, и за немаг снизили урон сета на 22%. Зато добавили бонус к риту вместо стамины, и суммарно все осталось играбельно, и на обычные сборки эта небольшая просадка повлиять никак не должна. Ну и конечно же есть еще целый список других изменений и исправлений поменьше, ссылку на полноценный патчноут я оставлю в описании, как только он появится на форуме. В целом же изумительный патч, подтверждающий слова разработчиков о том, что третий квартал года теперь всегда будет посвящен улучшению базовой игры для всех игроков, а не штампованию и растягиванию DLC локаций. Курс правильный, и надеюсь, благодаря нему мы увидим еще немало хорошего и нового в игре. А там, может быть, наконец-то и до PvP составляющей доберутся. Ну да, мечтать не вредно, а на этой оптимистичной ноте, пожалуй, у меня сегодня и все. Пишите, что вы думаете о бесконечном архиве, о красивых гильдхоллах и нормальном поиске группы. Как там поживает чат Краглорна? Ну а готовился к покорению архива на лайве и выгонял мастеров по кроссовкам из подвала, для вас как всегда Штейн. Огромное спасибо, что смотрели это видео, приходите на стримы, заглядывайте на Boosty, это очень мне помогает. И конечно же, не болейте, не скучайте. До скорых встреч!